Приветище! Это Человек-паук 2, и мы продолжаем. МДЖ, нужно встретиться в доме Мэй. Ребята, что происходит? Метеорит, в котором прилетел симбиот. С его помощью он влияет на город. Я знаю, где он. И придется его забрать. Давайте обсудим. Поняла. Увидимся дома. Водохранилище в парке. Да, водопровод. По нему и разносится слизь. Присоединяющая людей к коллективному разуму. Если симбиоты попрут из Манхэттена... Вместо Земли будет планета слизи. Метеориты есть источник этой силы, так? Он выделяет слизь, создает симбиотов. Но все после того, как Гарри его восстановил. Да. А повреждение ему нанес ускоритель частиц. Отщепил кусок на малой мощности. Точно. Что если подать мощности? Выкрутить на максимум. Камин лопнет. И коллективный разум распадется. Теоретически. Но водохранилище, небось, кишит симбиотами. И, конечно, Гарри не выпустит этот камень из виду. Если он не увидит другую цель. Меня. Ну, это так, просто для наглядности. Гарри все еще Гарри. Он думает, что исцеляет мир. Но он мечтал это делать не один. А вместе с лучшим другом. Я могу увести его подальше от метеорита. А я возьму на себя симбиотов. А я заберу камень. Просто для наглядности. Итак, запускаем ускоритель. Прощай, коллективный разум. Мир спасен. Идем еще раз? Теоретически. Пит, Коннор сказал, что для Гарри исход предрешен. Если его не спасти... До этого не дойдет. Вы успеете уничтожить метеорит. Исцелим мир. По-настоящему. Так значит, метеорит где-то вон там. А еще Гарри с друзьями. Держи. Добавим звуковых эффектов. Они просто стоят. Чего они ждут? Слушайте, я вам так благодарен за все. Да брось. Мы паучья команда. Пусть все об этом помнят. Эй, дружок! Ты так и будешь до утра играться с этим камешком? Ты и я, Гарри! Как мы всегда хотели! Мы, наконец, вручим тебе наш дар! Есть один нюанс! Сперва тебе надо меня поймать. МДЖ, давай! Нифига себе, у нее пушка огонь. Пауки там ручками их мутузят, она просто с пукалки подыщ и все. И рассыпался симбиот.
Тебе нужен был сюжет, Уотсон. Ой, ой, ой. Что это было? Тупик. Нет. Как-то ведь можно войти. Не, пуколка не помогает. Надо, видимо, куда-то попасть, во что-то, вот, например. А, вот же он, прямо передо мной, светильник светит. Кто бы не обронил эти сигнальные ракеты. Надеюсь, он выбрался. Опасность! Нет! И прям в воду. Что за черт? Спасите! Иду! Это же охранники Аскорпа, по-моему. Держитесь! Чисто. Смотри-ка, с трех попыток вырубает. А в касцене с одной. Аскорп. Видимо, Норман послал людей за грани. И они оставили тут не только сигнальные ракеты. Дело совсем дрянь. Нормально у нас дела. Экшен пошел. Стрелялки, как в Баттлфилде. Представим, что у нас Макарыч. Или Дезерт Игл. Без этой каменюки я не уйду. Вот есть светлячок. Все самое интересное... О, реально, Оскар. Все самое интересное у Майлза и у Питера происходит, а мы за... Мы играем. Ну, потому что мы в самом гуще событий. Надо спуститься. Ну, я и влипла. Перезарядочка. Метеорит, кажется, связан с остальным ульем. Вот он, метеорит. Возьмем же его. Или лучше ручками не трогать. Это просто камень, способный погубить мир. О-оу. О, правильное решение. Сейчас просто армия прибежит сюда. Ты бы хорошенько в рюкзак его спрятала бы. Торчит кусок. Сейчас они на меня накинутся. Пора бежать. Бежим! Что есть мочи. Вон туда. Сколько вас, японский городовой? Надо сваливать. Я просто пошел за хот-догами и случайно забрел. Перезарядка. Сзади кто-то! Нифига себе! Это того, кого я не шлепнул. Если они заберут камень, всему конец. Метеорит. Словно живой. Надеюсь, это верный путь. Я тоже надеюсь. Вообще, я на тебя надеялся. А ты на меня надеешься, да? Что, я тебя правильно веду? Не-не, выбрались. Я почти выбралась. Видимо, выход сразу за вертолетом. Тихонечко крадемся. Там кто-то за спиной, что ли, стреляет? Нет? Сзади чисто. Готов. Вас тут очень много. Так, три выстрела, не забываем. Ай, прыгнись. Где он? А, вон откуда стреляет. Негодяй. Залезть по лестнице и все.
Ты уверена, что все? Я вот сомневаюсь. И как тебя побеждать? Да ты издеваешься. Надо бочки взрывать. Бочки. Ну, конечно. На что я вообще рассчитывал? МДЖ, на что ты вообще рассчитывал? Давай в бошку будем стрелять. Я просто убегаю сейчас. Да ты издеваешься. Сразу же убегаю. Вот так. Бошку, бошку, бошку. По лестнице не забраться, пока эта тварь здесь. Ну, ты и здоровый. Сделаю погромче. Сделай ты погромче, реально. Блин, он закрыл. Успел. Подойди сюда поближе, поближе. Блин, не попал. Ну, вставай, МДЖ. Есть. Ему не понравилось. Сюда, скорее сюда. Ох, хорошо. Кана бугаю. Пора убираться отсюда. Уходи, Майлз! Готово? Чего они лежат? Когда я их паутиной обматываю, они все равно на меня прут. А вот и школа. Стиш, мы стали лучшими друзьями. Да. Ты прав. И здесь мы с тобой станем братьями. Ну вот, взял школу, разнес. Теперь не поностальгируешь. Школы же теперь нет. Блок! Блок, 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 блок! Питер! Твою Машкину, заляшкину! Попался. Теперь мой выход. Not bad. Как насчет этого? Ты что, забыл, как Флэш 4 года нас лупил? Как это слабо. Вместе! Он заражает все вокруг себя! Ё-моё! Я тут пока на паутине повисю, ага. Что мне делать с этим всем? Как мне теперь драться-то тут? Ой, куда это мы полетели? Новая локейшн! Лови. Блок. 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 Ты каждый день после школы ко мне приходил. Даже ночевал у нас, когда твоя мама заболела. Мы не могли. Такой. Нельзя больше наступать в эту дрянь! Где-то есть? Я, пожалуй, вот сюда переберусь. Не успел. Ай. Футбольное поле! Я там был! Я всегда был с тобой! А потом мы снова забыли. Ты бросил нас, когда мы боролись за свою жизнь.
Я же пытался тебя спасти! Ты хочешь примкнуть к нам? Мы это знаем. Да вроде как не хотел с утра. Почему ты сопротивляешься? У меня просто нет выбора! Тачка, тачка, тачка. Есть! Освободить, Гарри! Антивеном? Значит, сила антивенома. Да, получается. Выходит. Че, ударишь меня еще раз? Хорошо. На плюху. А теперь вот так. Он упал. Знаем, что для тебя лучше и для всех. Мы дали тебе все, чего ты хотел, а ты нас вышвырнул. Я дурно поступил! Прости меня! А потом заменил нас Майлзом. И он настроил тебя против нас. Нет! Он спас меня! А теперь я спасу тебя! О, Господи! Уходим, уходим, уходим. Вот на эту площадочку. Мы никогда не устраивали ни тебя, ни Овса. Гарри, тебе задурили голову! Ты мой лучший друг! Тогда почему ты нам не веришь? Я верю тебе, Гарри! А не той штуке, что на тебе! Мы не штука. Грубой силы мало. Нужен другой подход. Опять они? Давайте сюда запрыгнем. Посмотрим. О, работает эта штука. Давайте, давайте, давайте. Не нервничай. Уберем их по одному. Это не сработало. Так. Плюха прилетела. Здоровье не к черту. Отлично отбился. Хорош. Отхил. Блин, попался. Загрызу сейчас. Ух, сложно. Лови. Бомбалейла. Забрал его у нас.
Нифига себе. Это что за Дракула? Гаргулья, блин, недоделанная. А тут не меньше Икшона. По-моему, слизняки на нас разозлились. Ну они первые начали. Надо положить его в ускоритель. Джей, ты слышишь? Надо вытащить его отсюда. Иди, Майлз, я справлюсь. Иди! Когда он крылья отрастил? От этого не отвернуться, я понял? Ты не получишь этот камень! Наше будущее не принадлежит тебе. Поверь, твое будущее мне не нужно! Надо подобраться! Энергия его заметит. Я обещал, что буду бороться за тебя, Гарри! Тебе на нас наплевать. Ты нас не знаешь. Я знаю, что ты говоришь со своей мамой, как я со своим папой. Помнишь? Что она говорит тебе? Что мы уже близко. Опять Майлз выручает всех, да?
делаешь это не для Пита! Ты делаешь это для себя! Ты мешаешь Питу! Ты поднял его у нас! Поднял его? Что ты такое несешь? У меня бошку откусил. По крайней мере, попытался. В лесу мы помним, что ты сделал. Гарри! Дружище, это слова симбиота, не твои! Ты ревновал. И поэтому рассорил нас. Возможно! Но Пит не был собой! Ты думаешь, ты лучше нас, не так ли? Дело не в том, кто лучше! Но ты приятнее без чёркнутого пришельца на шее! Блин! Как я так лоханулся-то? Ему крылья. Ты сейчас не понимаешь, но у нас много общего. А вот это как тебе? Капец, да? Питер антивеном его не мог ушатать, а тут Майлз против него. Гарри! Пит? Битва. Верни мне моего друга! Мы и есть твой друг. Пит, что происходит? Держись, старина! Прошу, нет, не трогай его! Давай, Майлз! Это ржачно почему-то. Нет сил. Ты должен убить нас.
Жрец спит. Не-не-не, еще есть время. Боюсь, что нет. Он убьет их. А потом убьет тебя. И Селимир Пит. Вместе. Запускай! Давай, Пит! Давай! МДЖ! Да. Ну-ка, отойдите. Майл сейчас все по красоте сделает. Не знаю, получится ли, но я попробую. Короче, Майлз вытащил эту часть про Человека-паука.
Гарри. Пульс слабый. Ждать нельзя. Что ты наделал? Что ты с ним сотворил? Мне очень жаль. Стойте, я еду с вами. Есть следы мозговой активности, но шансов, что начнется, очень мало. Главное, чтобы жил. Нехрен было опыты ставить. Срочно! Подготовьте препарат G. Срочно! Ну это капец, он неисправим. Сейчас опять какого-нибудь монстра создаст. Последние несколько лет наш город терзали трагедии. Но это нас не сломило. Мы боролись с болезнями, злом, бедствиями. Мы устали, поникли духом, выбились из сил, но не утратили надежду. Городу нужно залечить раны. Мы готовы вернуться к нормальной жизни. Но что такое норма? Что, если ее больше нет? Полчаса я говорила о том, как эти события изменили меня. Но что насчет вас? В этой программе я буду общаться с жителями города, анализируя модели поведения, новые привычки, новые мысли и чувства. Надеюсь, вы присоединитесь. С вами была Мэри Джейн Уотсон. И программа «Новая нормальность». Так, в чем разница между оладьями, блинами и лепешками? Первый выпуск готов. Класс! Уже готовы? Минутку, я хочу кое-что тебе показать. Хорошо. В них добавляют патоку. Аппетитно. Спасибо за пожертвование, Питер. Ты говорил с Майлзом насчет? Еще нет.
Ты готов? Майлз. Я хотел с тобой кое о чем поговорить. В смысле, мы и так разговариваем все время, и это здорово. Общаться, обсуждать всякое с тобой. Просто я не говорил о том, о чем следовало поговорить. Пит. Погоди, я начну сначала. Я справлюсь. Совсем. Иди, побудь Питером Паркером. Ты уверен? Это большой город. У меня получится. Ты, главное, помогай мне советами. Они не нужны. Может, не сейчас, но придет время. Я рядом. Всегда. Давай, брат. Увидимся. Мы исцелили мир. И концовка просто бомба. Питер Паркер заслуженно отправляется на пенсию. Сколько лет он служил? Полвека, так точно, Питер Паркер спасал мир. Теперь настало время нового поколения, нового Человека-паука. Теперь следующие части будут про Майлза Моралеса и его путь Человека-паука. А на этом все. Это был шикарный финал. Если тебе тоже понравилось, то поставь лайк. И не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующие ролики, на которых мы и увидимся. До встречи. Что тебе нужно? Люди-пауки. Ты ведь знаешь, кто они? Правда? И? Мой сын при смерти. Славно. Мы все познали боль утраты. Теперь и ты, Норман. Что пишешь? Последнюю главу. Надеюсь, ты голодна. Еще как. Еда почти готова. Ты бы пока показал ей свое эссе. Он над ним столько корпел. Так о чем речь? Что это? Один парень из Гарлема. Ты его, наверное, видела. Он волонтер.
помогает своей маме, советнику, старается брать пример с отца героя. Мне нравится, как ты его описываешь. Да? На тебе сегодня нет костюма? Да. Привет, Майлз, Хейли, это Альберт. Привет, рад знакомству. А это моя дочка, Синди.